Проще всего быть одним. Вот, потому что если вы одни, вы сами себе хозяева. Вы можете, значит, что хотите, то делаете, как хотите, порядок не соблюдаете или соблюдаете. Вообще нет проблем. Вот другие люди – это такая неприятность. Я знаю, что многие говорят, что им нравится эта жизнь, вот, в одиночку. Редко, когда люди приходят от этого изначально. Они же туда обычно приходят после фрустрации. Вот не сложились отношения, человек подвел, обманул, я не знаю, были ожидания, не получилось. Я понимаю плюсы, как бы, жить одному. Мы мотив-то почему мы находим? Если мы находимся вот в этой одинокой жизни, соло, как ее называют, если мы в этой жизни прячемся от других, боимся пережить боль, предательство, измену, еще что-то, это же жизнь человека, находящегося в тревоге. Другие люди часто не подарок. И вообще все это такое дело. Вот. Но мы с вами социальные существа. Вот. И если вы сейчас не готовы к каким-то серьезным отношениям, не готовы к чему-то продолжительному, вы, главное, себе не формируете в голове идею, что вот вы одни и хорошо. Потому что вы таким образом один на один со своим страданием остаетесь. А вот этого бы не хотелось.